Слушай, на, держи это. Это удобрение, понимаешь? Ты что, ставишь пробку-то это, выдохнется все. Вот. Я тебе что говорю? Не в Китае это на вес золота, понимаешь, удобрение. Там, я если... не люблю узкоглазых. Да дело не в этом. Бизнес превыше, там, любишь, не любишь и так далее. Я к чему говорю? Проститутки тоже думают так. Там дело в том, что если там ты пришел в гости и не покакал на огороде... Куда? Ну, в Китае. То я никогда окормил. Не поеду в Китай какать на огороды. Ну, неважно, мы здесь загоним это. Я просто тебе скажу. Что сравнение. Мы будем загонять? Мы удобрение будем загонять. А, за вот самолет. С этого момента попаду. Вот. И, но я тебе продаю, а ты втридорога продашь людям. Ну, это бизнес. Ну, вот, рассказывай бизнес, мне, вот. Что это такое? Это удобрение. Мне кажется, я это коктейль над ними. Нет, я работал над ними день и ночь, понимаешь? Вот. Дело в том, что у нас унитаз засорился. Сал в эти банки? Ну, зачем так? Ну зачем? Ну, как удобрял это пошло? Огороды? Это вообще. Дело в том, что вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. Да вот унитаз, понимаешь, он вышел я из строя. Я не куплю твоих удобрений. Но ты будешь жалеть об этом всю свою постоянно. Жизнь. Постоянно. Ты не стал... Но если ты уберешь унитаз из этого стула, я куплю стул и сделаю из него что-то. Потому что этот стул был. Ну он. Ну, раза в три. Так я тебе скажу, меня. Дело в том, что без этого стула унитаз не действует. Или берешь все вместе, или же это... А если я залью туда удобрение? Да я, зачем туда заливать? Я сам залью туда. При полной луне. С 30 апреля на 1 мая. В Вальпургиеву ночь. Что произойдет? Белая курица станет черной и снесет яйцо. Дело не в том, что... Не лги мне, я не пес. You don't belie, I don't a dog. Приходит девушка, ну... он хочет лишить меня опоры. И если они захотят, ну, посидеть, разве я могу им отказать? Поэтому я не могу продать. Но он не понимает, он...